В республике по итогам первого полугодия 2020 года количество безработных резко возросло. Так, по данным территориального органа статистики, официальная численность безработных в Дагестане составляет более 46 тысяч человек. При этом Дагестан оказался в числе регионов, которые Минтруд России отнес к субъектам с трудной ситуацией на рынке труда. Помимо нашей республики в списке также находятся Адыгея, Калмыкия, Карелия, Ингушетия, Забайкальский край, Кемеровская область и ряд других регионов.